Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница, и по традиции напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании, также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, плюс в Дискорде вы всегда можете найти, с кем поиграть. Ну так вот, ребят, это последний ролик в третьем сезоне по ДМЗ, так что всем приятного аппетита и приятного просмотра. Так, оп, так, надо разбежаться. Оп! Пойдемте проверим наши видеокарточки, которые нам, в принципе, не нужны, но традиция есть традиция проверить видеокарточки. Вот, что хочу сказать. Сегодня у нас 10 число. Сегодня у нас обновление, перезагрузка. О, ресик, это хорошо. А вот эту штуку давай-ка мы возьмем. Это уже в меня хуярят? Фига себе, они как быстро активизировались. Ты посмотри на них. Вот, сегодня у нас что у нас, короче, 10 число. Сегодня у нас обновление будет. Ну, конечно, оно будет очень поздно вечером. Да, блядь, да стойте, пацаны. Ну нет! Фух. Дурацкая лестница, постоянно ты застреваешь. О-о-о! Снимут, да? Ой, блядь, да что? Ненавижу просто это место. Это какой-то капец просто. Просто ужас. 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 Хватит стрелять. Ультра-1, активность в районе повысилась. Ёб твою медь, да? О, смотрите. Смотрите, все-таки она здесь у нас лежит. Отдыхает. Отдыхает. Красавица наша. Смотрите, какая, да? Ой, просто прелесть. Просто прелесть. Еще один броник. Который нам не нужен, да? Эвакуируйтесь с этими предметами, чтобы продолжить операцию фракции. Это мы возьмем. И давай еще компы проверим. Сейчас еще по-любому в компах. Ты посмотри, сколько золота просто, а. Мне тут все золото не унести, да? Сейчас тут еще в компах еще будет видюха. Прям по-любасу. Вот этот еще давай посмотрим. Нет? Нет, не-не-не-не. Нет, еще компухтер. Так, а что у нас, магазинчик здесь есть, продать его? Магазинчик только вот тут, да? Пока я до него, наверное, бежать буду, меня раз 10, наверное, убьют уже. В принципе. Опа. Там еще стреляют. Или мне показалось? Нет? Тихо. Не будораж ничего. Так, ладно. Пойдем на магазин, пойдем это все продадим. Ой. Ну так и вот. Короче, сегодня у нас будет обновление. В принципе, большинство людей это все посмотрят. Но, к сожалению, не я. У меня обновление будет только ночью. Что там, часов, наверное, в 12 ночи оно. 8 по Москве, наверное. Да, 8 по Москве будет вообще обнова. У меня это будет 12 ночи. Я сегодня, к сожалению, не смогу посмотреть обновление это, так что ролик с новой обновой будет у меня только завтра, скорее всего. Ну, ночью я по-любому его делать не буду. Ночью я буду спать, что, как бы, сами понимаете, работа там и все такое. Блять, патроны! Стой! Подождите, пацаны! Во! Это все я заберу. Мне нужен, я себе рюкзак куплю, что там получается. А что мне еще и все? Ну, брони я себе куплю. Потом пойду химику убью. Сегодня будет такой прям это. О, давай сразу возьмем. Сегодня у нас будут разговорочки. Противогаза нет. И там таблетки я, к сожалению, выкинул. Очень, очень, очень плохо. Вообще тут сейчас еще где-то парни же должны быть. Давай вот тут видюху еще заберем. Ага. 10 раз. Выполнение контрактов приносит деньги, которые можно тратить, хотя... на снаряжение и модификации. Универсальный ключ получить? А, давай получим. Мало ли. Пум-пум-пум. Вот так. Во. Затарились по полной. Ну, почти по полной. Ресика нету. Давай вот так возьмем. И вот так давай возьмем. Во. Все. Вообще все. Оптимально. Оптимально затарились. Опа.
Где Роха? Запрашиваю разведку с воздуха. О. Принято. Что, они его там резать будут, наверное, да? В секторе работает БПЛА противника. БПЛА противника работает. Ну да, резает. Тихо, братан. Че, этот оббегать меня сейчас будет, да? Топливо кончилось. Увожу. Перезарядка. Давай, высовывай. А чё не нокнуло его? Как так-то? Сейчас это должен залезть. Отдыхай. Лежи. Бум! Бум! Бум, ща, каля-каляка. О, подожди. А, guys, I need help? I need хлеб? Go team, guys! Чё, не хотят? Guys, go team! Я же слышал, они разговаривали. Guys, go team! Guys, guys, guys! Go team! Guys! Но я же им предлагаю. Я их сегодня... Ну, за счет конца бы сезона я бы это... Ультра-1, внимание, исполнителю рядом с вами нужна медпомощь. Go team? Go team, guys! Guys, ау! Yeah. Go team? Yes? Yeah. Ультра-1, активность какой, в вашем районе. Какой голос? Растет. Ну-ка, если вот так сделать? Запрашиваем новых участников команды. Ну-ка, подождите. Ко мне вступят? Давай поглядим. Или нихуя? Врут, походу. Ай, обманщики. Ну, гоу, гоу, они, гоу, гоу. Чё творит? Закидывает, смотри, закидывает, не хочет. Гоу, тим! Исполнители поблизости запрашивают новых участников. А, они хотят, чтобы я к ним вступил? Вон чё. Ладно, сегодня давайте. Можно, в принципе, им это... Им помочь немножечко. Я под обстрелом! Ты будешь жить, дружище! Чё уж подумать? Чё уж по... Это я заберу. Это я тоже заберу. И это я заберу. Это пускай будет мое. Я тебя глотаю! Надо подлечиться! Ну чё? Хотя они, слушай, они по-русски говорят, нет? Да. You stole my plate. Да вы чё, русские пацаны? No, I'm not Russian. Oh, no, bum. Give me please money to buy plates. Money? No money. It's not money. Бронежилет хочет. Блять. Ну давай вот так сделаем, давай. Вот так, давай. О! Ответил подсумок для брони. И вот так сделаем. О, смотри, забирай. Забирай, друган. Ероха. Ну, золотой броник я себе заберу. Чё, они хотят куда-то прокатиться, что ли? Блять, они чё... Хотят прокатиться? Ну нет, пацаны, нет, мы не будем этого делать, ребята. Иду сюда. Давай химика им заберем. Здесь патроны. О, патроны надо взять. Хоп. Здесь работает болевая модификация. Ну и чё они? Чё, вот, кстати, вот мне вот интересно, чё постоянно вот, вот кто лутается вот так вот, чё они делают? Ну, типа, зачем они вообще лутаются? Грин! Здесь контракт охота. Охоту хотят? Нихуя себе. Окей, блядь. Поехали. Поехали на охоту. Давай. Давай поохотимся сегодня с чужой командой. В конце сезона можно немножечко включить чуточку
доброти, добро тяу. Но мне кажется, знаете, сейчас мы, ну, на первых типов прилетим, и я думаю, они, наверное, умрут. Мои предположения, мне кажется, что они просто откиснут. Потому что, ну, судя по тому, как они, ну, вся вот эта вот хуйня сейчас происходила, что один не рашил, ничего не делал, а просто сидел как бы в домике и ждал чего-то, непонятно чего, то я думаю... Ну, мы посмотрим. Кстати, мы со стороны посмотрим, потом попытаемся, конечно, все вывести. На что я сомневаюсь, конечно. Что я тоже что-то вывезу, как бы, в принципе. Я такой же ботяра, как и они, только я люблю лезть на лицо всегда. Что, в принципе, мне всегда и вылазить боком. По сути. А, что еще хотел самое главное это сказать, ребят. А, спасибо всем за комментарии, которые вы пишете. Их очень много прям, ну, особенно под колдой. Хотелось, конечно, и под другими играми видеть столько же комментариев, но я думаю, это все будет со временем. Вот, особенно под колдой. И, короче, прям очень много комментариев, которые, ну, типа, попадают в топ-3 комментария в конце ролика. Прям, это прикольная тема, очень прикольная. И спасибо вам, ребят, за это. За этот актив, это очень круто. Прям вообще, благодарочка свыше. Ох ты, блядь! Все, ебать, друган. Я под обстрелом! Подожди, а там же броник на 3 лежал, да? Отметил. Забери! Грин! Грин! Я под обстрелом! Бля, что я подобрал? О, блядь! Ой, какие же они медленные, блядь. Да садись в машину! Садись, сука! Блядь. Подсумок скинули. Да возьмите вы его, блядь. Пиздец в машине. Ой, блядь, какие же они нахуй. Чермандеры, блядь. Я ебал. Просто, блядь, ну почему так, а? Почему нельзя быстро взять, подобрать? Он до сих пор броник ему не подобрал. Я же не делал броню вставлять. Блять, они не могут подобрать броник там. Я ебал, просто. Иду. Go, friends! Friends, go! Go, green! Blue! No pasarante! Ambassador! Пелеменный завод! Go! Так, этот уже туда полетел, да? Я сейчас прям сверху полечу. Получается. Вот прям отсюда так вот. Хуёкс, и все. Иду сюда. Ероха, вон, Ероха летит прям. Вообще, смотри, мчит просто. На что он хочет? Он на трубу хочет приземлиться, я так понимаю. Green, I have... У меня тут станция покупок. Стой. Green. Иду. Ти-си. Бля, мне кажется, он русский. У него акцент прям, ну, блядь. Ультра-1 это главный. Мне кажется, он русский. Цель в 500 метрах к северо-востоку. Вон. Давай. Бля, чё? А чё, нельзя приземлиться на эту хуйню? Пиздец. Какая же фигня. Запрашиваю разведку с воздуха. Принято. МБПЛА над вашим районом. Выполняю поиск цели. Иду сюда. Чё, на бочке сидит? Будет сделано. Кто его въебал? Иду. Ну, блин. Это кто? Подожди. Не понимаю. Откуда мне прилетает? Так, это на него бежит. Транспорт противника. Это прям на машине. А подожди. Они вызвали БПЛА. Один это главный. Похоже, вас кто-то опередил. Цель контракта уже убита.
снайпер! Ультра-1, исполнитель рядом с вами нуждается в медпомощи. Воу, watch out! Up, up, up! Так, тот ног у нас. On the rock. Иду! Up, вернулся. Так, это боты. Вон там кто-то в меня стрелял, я так и не понял. Противник отмечен. Ультра-1, после боя с теми исполнителями за вашу голову назначена награда. Иду сюда. Блять. Уже следит за вами. Почему мне так сбили? Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Кого-то заметили в нашем районе? Куда он уебался, блядь? Где он? Так, вон еще. Так, наши куда вообще группируются? Союзный ППЛА готов. Так. Бэбочка, давай. Иду. Иду в эту точку. Блять. Слушай, тройка, это уже к ним приехали? Это или они взяли? Thank you. Блять, ну меня одного палят, да? Здесь ящик с боеприпасами. Ультра-1, ваш отряд рассеян. Вместе ваши шансы. Подожди, на выживание. А чё они сваливают? Я не понял. Вы куда побежали, ребята? Нахуй они убегают? Ух ты, блять. Бля. В смысле, они вообще все сваливают? Че, пацаны, я не понимаю, что они делают? Блять, я понял. Пойдем за нами, че? Меня как бы одного поймают, и все, ты посмотри. Че они делают? Зачем они туда пошли? Ребята! На вас цель взяли. В смысле, подожди, они убегают или что? Я вот вообще... Я не понимаю вообще. Вот, в принципе, кто-то может понять, что они делают? Еще тем более они пошли в такую клоаку. Ероха кого-то въебал. А, они там еще кого-то преследуют. Там есть еще у них народ, что ли? Поехали, поможем им, раз там есть народ. Там прям на бэпке кто-то есть, да? Смотри, куда бьёшь! Почему не поднимают? Сейчас! Чё происходит? А, они хотят... Патроны? Иду сюда. А чё? Вы чё, придурки? Вы чё делаете, блядь? Меня на перезарядке просто поймали. У них что происходит вообще? Нихуя себе, это чё? Это этот, болиголов. Don't shoot, Ерохо. Don't shoot. Крисинг, плейнинг. О, блядь. Понятно. Блядь. Я, в принципе, как и говорил, что их разъебут. Тут, ну... Ну, вы сами видели, что они творят. А у них вообще полный дисбаланс вообще во всей команде, во всей хуйне. Я не знаю, мне кажется, они вообще максимально не понимают, нахуй они зашли и что они хотят, в принципе, сделать, блядь. Это просто, ну, лютецкая хуйня, максимально. Просто лютецкая. Это поднимать броник 3 часа, это уже, я думаю, о чем-то, блядь, договорит.
О, и загрузился. На мосту с самым дырявым оружием. Ну, пойдем вот с этим дырявым оружием вон туда сбегаем. Ну, я думаю, я там сейчас умру. Вот, я что хотел сказать, знаешь, с предыдущей катки вот про эту Тиму, которую, да? Мне кажется, их надо было просто это вывести за зону, чтобы, так сказать, ни они не мучились, я не мучился, как бы. А так что они, сразу раз, они игру удалили после того, как у них что там взорвалось. И мне спокойно, что не пришлось видеть весь этот бред, что они там делают. Но они реально, они очень сильно, блядь, разро... Охуенно я уебался. Я даже не жал кнопку вправо. Почему? Почему я упал? Ну все, мне теперь, наверное, это... Пойду бэпку включу тогда, чё? Сразу чекнуть других типов. Где они тут? Так, а бэпка чё? Блядь. За стеной еще. Сейчас меня возьмут и убьют. Вот, за все время, короче, еще что хотел сказать. Вот, за все время адекватные... вот прям вот реально. Адекватные рандомы мне попадались один раз. Правда, один раз вообще. И то не рандомы, а рандом из поднятых рандомов. То есть вот так вот. То есть там Тима поднялась, да, полностью. И один из них был всего лишь, ну, адекватный. Все, все остальное это, блядь, это всегда это какой-то пиздец вообще, трешак. То есть они вот все какие-то вот, они занимаются, как... Блядь, что консоль? Нет, видеомагнитофон. Занимаются какой-то просто хуйнёй, блядь, всю дорогу. Так, давай у этих заберем оружие. Ой. Сейчас они сами прибегут сюда. Так, машина у меня здесь есть? Нет, у меня здесь есть тут лодка. Тут у меня катер. Ну, пойдем лодку заберем. Блядь, попадать надо еще. Константин, попадать. Опа. Опа. Это чё? Блять, вазник. И такой калаш. Хотя бы, ну, хоть что-то, в принципе. Вот, я пойду, в принципе, так, знаете, пробегусь. Напоследок. Так сказать, в крайний день. До обновления. Крайний день третьего сезона, там, до перезагрузки. Полутаюсь, пробегусь по старым местам, вспомним старые баги, которые у нас есть. Я вообще, в принципе, хотел, знаете, такую сделать, как бы, нарезку такую, знаете, из багов, из старых роликов. Но я, к сожалению, их на компьютере не храню, после залива на YouTube я их сразу, в принципе, удаляю. Вот. А скачивать их с YouTube, а потом их опять обрабатывать, делать, там, ну, качество становится максимальное какое-то говно. Поэтому, в принципе, эта идея отпадает. Плюс я еще же, ну вы же сами знаете, как я люблю монтажировать, как у меня это получается, конечно же, превосходно. Поэтому, блядь, тут без вопросов тоже поэтому. Как оно, да как оно. Так что сегодня мы просто такой, знаете, лайтовенькая такая будет. А завтра уже, когда я уже скачаю обновление, уже сыграю, запишу вам катку, покажу вам, что... Здесь подвал, а он там, пацаны. Ультра-1, мы заметили рост, да? Активности. Походу, в вашем районе. Там. Будьте начеку. Вот здесь же, типа, будет подземка. Типа, блядь, кто там, скелет или как его там называют будет, да? Ультра-1, ищите контракты с оплатой наличными. Что-то такое. Новая карта. В принципе, уже видели новую карту, да? Ролик по ней уже был выпущен. Ну, официальный ролик, я вот про чё. Да едет машина, что ли? Ну, пацан, он уезжает. Вот, но я только не понял. Это новая карта, это для сетевухи, в смысле, будет? Она прям, ну, она, если как бы для ошибки и для КБшки, ну, она меньше ошибки, она прям, ну, маленькая, мне кажется. То есть неудобная прям карта. Я так понимаю, она будет сетевуха. Вы как думаете по этому поводу? Ну, я, если вы ролик еще не посмотрели, посмотрите этот ролик. Мне кажется, что это будет просто, ну, для сетевухи новая карта. А как же темная ДМЗ и все остальное?
Хотя новой же карты в ДМЗ не будет темно. Они же сказали, что это просто это. С ПНВ, типа, в подвал нужно будет туда спускаться, и все. Поэтому вот такая вот тема. Слушай, а мы вот этот не можем дверь эту открыть сверху? Например, вот так вот. Нет? Не, не открывается. А вообще кто-то умер, мне показалось. Или мне показалось? Как будто где-то стрельнули. Где наша крутая машина? Разбился немножечко я. Оружием бы новеньким, конечно, обзави... А чё? Вот здесь одно задание? Здесь контракт охота. И всё? Блять, вот в эти ангары надо, слушай, проверить. Говорят, там... спавнится канистра эта дурацкая. Пойдём-ка проверим. То есть вот эти ангары и... Врохан. Блять. Хафит. Не, или в Рохане, блядь. Еще мне где-то писали, я забыл где. Короче, еще есть места, где спавнятся эти канистры. А где боты? Здесь уже всех зачистили, что ли? Аккумулятор. Здесь чисто. Стоит, смотрит, смотри. А, ну тут магаз, магаз открыт. Да, тут убивали. Ну, если она здесь, в принципе, и была, то ее, наверное, уже спиздили. Ультра-1 это главный. Над вами ППЛА противника. Ой. Дрон запустили. Да я просто посмотреть. Не парьтесь, пацаны. Я уже уехал. Все. Отдыхайте. Здесь вот бэпку включили. Пойти верту... Поехали вертушку тогда еще возьмем. Ой, стреляет такой. О, пиу. Пиу, пиу. Была бы у меня снайперка, я бы тебя давно бы уже убил. Вот прям очень бы давно. А так как я без снайперки, ну вот, живите. Так, давай. Птичка отмечена. Вот. Слушай, или потихо... Слушай, а пойдем их с вертушки убьем. С добивалочки. Он по-любому сидит на башне. Ой, я прям уверен. Эллоу! А, кстати, я же не палюсь еще под бэпками. Слушай, меня же не видно. Блин, надо было этим воспользоваться, не стрелять ботов, и все было бы хорошо. Че, откуда ты мне стрелял, друган? Показывайся. Блять, и че, он так и будет лежать? Прыгнул, что ли? Будешь запрыгивать на крюк? Нет, походу, не будет, смотри. Бежит! Бежит! Бежит, сломя голову. I need хлеб, guys! I need хлеб! Стой! No, no! No! I need хлеб, guys! I need хлеб! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Okay, don't shoot! Don't shoot! Ой, вон там он еще едет. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Внимание! I need хлеб, guys! Запрашивают подкрепление. Иду сюда. Во! Ну-ка. Хлеба тебе надо. Да, надо хлеба. Есть хлеб? Поехали, Ларёк.
Ой, отключите музыку, пожалуйста, ничего не слышу. Отключите, пожалуйста, музыку, пацаны! Музыку отключите! Бля, на Т нажми, нажми на Т. Севен! Понятно, где тут звук транспорта, блядь, музыка? Ёбаный в... Пошел он в жопу, он какой-то пиздец, я ебал. О! Багира, ты чё лежишь? Я с тобой! Чё, всё, он там выключил музыку, наверное, да? О! О! Неужели, блядь, до него дошло? Он выключил свой музон. Слушайте, а слышите по голосу, что это как будто из предыдущей катки был чувак? Блять, не успели, ёбаный рот, пока он по кнопке свою нажимал, ёбаный. Так а чё, пешком надо было сгонять? Тебе сколько по времени надо это сделать, выполнить? Надо это сделать, за минуту надо. Уже всё, поебать. Ебать, нихуя как шипит. А второй раз нельзя это сделать? Сейчас другую точку искать. Ебать, тебе микрофон пищит, конечно. О, fucking lag. Куда он там улетел, этот Севен-то, а? Бля, пойти в про... Чего? Все, я за рулем, блядь. Все, всем пиздец, ебать. У них супер водитель есть за рулем. А, я думал, нихуя, кто там с неба стреляет? Это чуваки. Ой, блядь, чуваки, это эти. Боты, блядь. Чё за сковородка, ебать? Давай сковородку уже. Берегись! Поехали отсюда, блядь. Пизду. Забирайте это дерьмо. Вот это вот вонючее ваше. Забирайте задание, я пойду заправлюсь. В нормальном месте, блядь. А не в этой хуйне. Ультра-1, внимание, вы входите в район цели. Где тут бэбка? Ой, а вон, хорошая. Ультра-1, цель уничтожена. Идите к ней и подтвердите ликвидацию. О! Да, это эстрада. Выплачиваю вознаграждение. Так. Давай. Ультра-1, ваш отряд разделился. Рекомендую держаться вместе. Да, сейчас починимся, сейчас будет хорошо. А я пацанов тут свожу. Все куда надо. Что еще задание-то будешь брать этот за минуту? Да, будем. Ебать, какой же у нее писк стоит. Как же они разговаривают так, а? А, где Севен? А, Севен у них остался, я понял. Ну все, полетели. Но я думаю, все в принципе понимают, да, какой же я водитель. Ну, прекрасный. Прям самый офигенский. Нам три надо раза. Вот эти задания. Не обязательно эти, но самые короткие вот эти реально выполнены. Ой, садись давай. Давай метки. Весь контракт уничтожения.
Предъявить контракт уничтожения. Че они там, три раза хотят, да, это выполнить? Блять, главное на последнем, на третьем бы не разбиться. А то... На конца не приземляюсь, я спрыгнул и сразу летите там, убивайте этого поросенка. А то, в принципе, я-то умею, практикую вообще нормально эту тему. Ой, у нас пацаны, не бери задание! Ультра-1, мы опознали контрабандиста Ромеро из Лос-Альмоса. Отмечаю координаты на ваших картах. Даю разрешение на ликвидацию. Я здесь, подождите! Ультра-1, внимание, вы входите в район цели. Нужен средний калибр! Ультра-1, это главное. Цель уничтожена. Но цель я тебе забрал! Короче, это, аккуратно отходите, разойдитесь, я думаю, даже, наверное, подождите, а потом придите нас резать. Это, блядь, 6 китайцев вроде. Ебать, нихуя этот чё жмутит. На наших трупах есть 100%. Вот тут противник. Вижу противника. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Блядь, как же пищит это все. О, все, пизда ему. Все, ему пизда. Так, а этому пизда. Че, давай наш Севент. Севент! Гоу! Хлеб! Сейчас развалит их Севент, смотрите, всех. Всех разъебет. Если мы сейчас попросим всех, у них примут, нет, они лезть дохуя в них. Рискнуть можно, но на мне нету трупа. Никто, никого. Севен, гоу рез! Севен, гоу рез! Нит, врез! А, клир! I am clear! Ну, на мне вроде вообще никого нету, прям все чистенько. Они, походу, съебались. А, не, нихуя не съебались. Ноу, не клир! Ноу, не клир! Вон он сидит. Блять, мне бы как-нибудь отползти бы. О, а чё меня трясёт? О-о-о. Ё-моё, а чё меня так трясёт-то? Нет, не нравится. А ты один играешь? Да. Чё, айда следующую катку. Сана. У тебя так микрофон пищит ужасно, у меня сейчас мозг закипит просто. Мне это в игре почему-то. Могу тебе посоветовать один дискорд, где дохера играют людей в ДМЗ. На мой скорость у тебя дискорд сидит. Его что, убили? It's clear, it's clear. Seven, come, save. It's clear. Yeah, it's fucking clear, yeah. Ебать его! Ебать его бомбануло! Я думаю, ребят, это прекрасное завершение этого сезона. Ждем перезагрузку, короче. Так что всем спасибо, ребят, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании. Также есть Дискорд, где всегда можете найти с кем поиграть. Вот, и что еще? Все ссылки в описании, переходим, пользуемся и радуемся. Вот. Ну а на этом ролик заканчивается. Так что всем спасибо, всем всего самого хорошего. И до следующего ролика, ребят. Всем пока-пока.